Пойти погулять, что ли? Нет, в такую погоду уже никуда не хочется. Что же делать? У меня есть идея. Для уютного дня нам надо атмосфера, Чай. печеньки. Обязательно пледик. И, конечно же, соревнования Liberty Horse. Готовы? Погружаемся. Я не очень люблю вставать рано утром, но кое-кто способен быстро поднять меня с кровати. Заливаем в термос кипяток, берем сахарок и еще сахарка. Все, можно идти. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. А вот и он, тот, ради которого я готова вставать и приходить рано утром каждый день. Покормить кашей и почухать после сна. Знакомьтесь, мой конь Бонифаций, Боняшка. С Боней я познакомилась 4 года назад, 12 июля 2017 года. Тогда же я и узнала о Liberty Horse. На тот момент Боня был жеребцом, гиперактивным, пугливым, с поломанной психикой и израненной душой. Он родился на Киевском конзаводе на Новоалександровских тяжеловозах, где его списали на мясо. Его спасли одни люди, которые продали потом другим. Там его заездили и снова продали. Хозяин привез его в Одессу, где мы с ним, собственно, и познакомились. С ним плохо обращались по незнанию и по нежеланию учиться. Мне же предложили с ним заниматься, потому что хозяин его начал бояться. Потому что на тот момент Боня боялся практически всего, разносил не только в полях, но и когда-то находился рядом. Убегал при любом удобном случае. Нервничал, не давал на себя залезть. И был очень замкнут. Когда я увидела эту попу, этот прекрасный персик, я влюбилась. Так и началась наша история. История нашей любви, нашего колоссального труда, доверия и взаимопонимания. Мы прошли очень-очень-очень долгий путь, чтобы оказаться здесь, перед вами, в творческом видео в соревнованиях Liberty Horse. Чтобы поделиться историей этого прекрасного коня, и показать его вам во всей красе. Мы хотим не только поделиться проделанной работой, но и показать, что породу тяжеловоз очень недооценили. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Change it. I would like to tell you.
меньшеголов и все, что с ним было связано, вызывало у Бонни дикий ужас. Он просто разворачивался на 180 градусов и уносился прочь. Это могло происходить как верхом, так и рядом. Просто даже слово «галоп» активизировал моментальное несение коня в кусты. Поэтому то, что вы сейчас видите, это что-то нереальное, во что я до сих пор поверить не могу. Я даже представить себе не могла, что Бонни откроется настолько, что будет со мной играть. И это невероятно круто, увидеть такие эмоции у коня, которые раньше даже Бубочку стеснялся поднять. We'll be right back.
Спасибо за просмотр и хорошего дня!